call the Hasmonean era. Это третья эпоха в межзаветном периоде, которую мы с вами называем Хасмонейской эпохой. Which covered from 166 to 37 BC. Этот период начинается в 166 году и заканчивается 37 годом. And this 100-year period is very, very important for helping us understand the world in which Jesus and the apostles lived. Именно эта эпоха протяженностью 100 лет очень важна для понимания того времени, в котором жил Иисус Христос. Because when we read about Christ and his encounters with the religious leaders. Когда мы с вами будем читать о встречах, которые были у Иисуса с различными религиозными лидерами. His encounters were with the Pharisees and the Sadducees. Вы знаете, что он встречался с фарисеями и саддукеями. And a group of people called the Herodians. А также с Иродиады, с последователями Ирода. And there were some ascetic sects that moved out into the desert, like the Essenes and the Qumran community. Также были и так называемые секты, которые жили в отдалении от людей, например, Есеи и Кумранская община. And some believe that John the Baptist had some connection with some of these more ascetic sects. И некоторые считают, что Иоанн Креститель также имел отношение какой-либо из этих аскетических сект. And then we had the militant anti-Romans called the Zealots. Кроме того, была еще группа людей, вооруженных, военных, которые выступали против Рима и назывались зелотами. Even one of Jesus' disciples, Simon, was a zealot. Даже один из учеников Иисуса Христа был зелотом, Симон. And some even suggest that Judas Iscariot had some connection with the zealots. Некоторые предполагают, что Иуда Искариот тоже был зелотом. And we see some indication of the influence of the Hasmonean era in the New Testament besides Jesus' encounters with these religious groups. И естественно мы увидим, что вот Хасмонейская эпоха сильно повлияла на то, что произойдет в Новом Завете, кроме того, что я уже сказал, кроме встречи Иисуса Христа с различными представителями различных сект. Let's turn in our Bibles to John chapter 10. Откроем в Библии Евангелие от Иоанна 10 главу, с 22 по 29 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме при дворе Соломонова. Тут иудеи вступили и уговорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал. Дела, которые я творил, творили отца моего, они свидетельствовали о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. До какого стиха? 29. Thank you, Sal. Спасибо. The reference made to Jesus being present during the Feast of Dedication. Здесь говорится о том, что Иисус Христос был во время праздника обновления. What is the Feast of Dedication? А что же за праздник обновления подразумевается здесь? Well, it is better known to us today as the Festival of Lights. А в современном мире этот праздник больше известен под названием Праздник Света. Or the Jewish celebration of Hanukkah. Или еврейский праздник Ханука. Where the Jews celebrate at the same time we are celebrating Christmas, they're celebrating Hanukkah. В то время, когда мы празднуем Рождество, евреи празднуют Хануку. Well, the Feast of Dedication or Hanukkah is a celebration of the victory of the Maccabees over the Seleucid Greeks. Обновление или праздник посвящения, праздник света, Ханука — это праздник, который символизировал победу над селевкидами. And so that's a celebration that began during the Hasmonean period of time. Этот праздник появился как раз в Хасмонейскую эпоху. Now we are going to get into some history this morning that will make us wonder how the Jews could be God's chosen people. Сегодня мы с вами будем рассматривать некоторые примеры из истории еврейского народа, и вы, наверное, начнете говорить,
как же это мог, как же мог себя вести так Богом избранный народ? Because if there is anything that the period of the Hasmonean rule teaches us, а если мы захотим извлечь какие-то уроки из истории именно из этого хасмонейского периода, is that power corrupts. То тогда мы с вами извлечем следующий урок, что власть растлевает. As a British statesman by the name of Lord Acton once said. Однажды лорд Октон сказал следующее. Power corrupts. Власть портит человека. And absolute power corrupts absolutely. А абсолютная власть портит его полностью или абсолютно его портит. And this is true of religious leaders as well as political and secular leaders. Это имеет отношение как к религиозным лидерам, так и к политическим, светским лидерам. We already saw some examples of the corrupting nature of power during the time of Antiochus Epiphanes. Мы уже с вами рассматривали некоторые примеры, которые говорили о том, насколько растлевает власть человека, когда говорили об Антиохии Епифане. When the brother of the high priest Onias was willing to pay 360 talents to Antiochus gain the power of the high priest. А помните, мы говорили вчера с вами о том, как брат первосвященника Онии был готов отдать 360 талантов Антиоху Епифану для того, чтобы получить место первосвященника. And then to have another brother, Menelaus. А после этого говорили о том, что еще один их брат, Менелай, pay even more money to Antiochus. А заплатил еще больше денег Антиоху. Or as he's more commonly called in the Middle East, Antiochus. So the corrupting nature of power was seen even during the Hasmonean period. И вот то, как власть растлевает человека, можно проследить и в эпоху Хасмонеев. Well, let's review the events of that period of time. А давайте с вами повторим, что же произошло в то время. Remember, as we closed our discussion yesterday, we reviewed some of the atrocities and the abuse that was brought upon the Jewish people by Antiochus IV. Вчера в конце наших занятий мы как раз с вами говорили о жестокости Антиоха Епифана по отношению к иудейскому народу. And when he virtually wiped out almost all of the population of Jerusalem. А помните, мы говорили о том, что он фактически стёр с лица земли всё население Иерусалима. Killing nearly all of the men and taking the women and children into slavery. Он истребил почти всех мужчин в этом городе, а женщин и детей отправил в рабство. The few men who survived fled to the hills. А лишь некоторые из мужчин, которые спаслись, убежали в горы. And they were joined by men from outside of Jerusalem and the other cities and villages. К ним присоединились еще другие мужчины, которые жили за пределами Иерусалима, которые жили в различных селениях. And they were committed to resisting the power and the abuse of the Таким образом появилось движение сопротивления, которое выступало против правления селевкидов. Now, when Antiochus Epiphanes issued his brutal edicts against the Jews, после того, как Антиох Епифан издал несколько таких жестоких указов по отношению к евреям, there was a family that emerged as the leaders of the resistance. А на первый план выступила одна семья и стала как раз лидерами, руководителями сопротивления. This was a family of the priestly class. А это было семейство из сословия священников. By the name of Хашмон. А их звали Хасмонеи. And so the era that was named after him came to be called the Hasmonean era. Поэтому вот эта вот эпоха, собственно говоря, и называется Хасмонейской в честь этого семейства. Now the father of the family was a man by the name of Mattathias. Отца этого семейства звали Маттафий. And he was quite elderly. Он уже был в возрасте, в пожилом. But he was called upon one day by the Greek
officials. Но однажды к нему пришли греческие власти. To worship the pagan gods. И сказали, что он должен поклоняться языческим богам. And he refused to do that. А он отказался принимать в этом участие. And the Greek, the Seleucid Greek leader said, if you do not worship our gods, we are going to massacre all of the people that are here. И тогда вот представители греческой власти от Селевкидов сказали, что если ты не будешь поклоняться нашим языческим богам, то тогда будет кровопролитие в городе, и мы всех перережем. And Mattathias still refused. Несмотря на это, Матафия все равно отказался. But then another citizen, in an effort to save his people from destruction, volunteered to offer a sacrifice to the pagan gods in his place. И тогда из толпы вышел другой человек, гражданин этого города, желая спасти население от столь ужасной участи, решил принести жертву. But when he did so, Mattathias rose up in a rage, and he went and he killed that man. Но когда Матафия увидел, что собирается сделать этот человек, он бросился вперед в гневе и убил его. Gives you a sense of how committed the Hasmoneans were to the resistance to the pagan gods of the Greeks. Из одного этого примера вы можете сделать вывод, насколько были посвящены члены семьи Хасманеев тому, чтобы ни за что не поклоняться языческим богам. You see, the Jews might have been slow learners, but they did learn some lessons in history. Может быть, евреи учатся очень медленно, извлекают уроки из истории медленно, однако уроки они все-таки извлекают. And remember that the Jewish people had just come out a couple of hundred years earlier from their period of terrible exile in Assyria and in Babylon. Помните, что в их истории где-то за 200 лет до этого был период пленения, вавилонского пленения, сирийского пленения. And one thing they learned during their exile is that they should not be worshiping foreign gods. И во время этого пленения они извлекли такой урок, что иным богам поклоняться нельзя. And so they became very strong in their resistance to any presence of idolatry. Поэтому их сопротивление было очень сильным, когда речь заходила о идолопоклонстве. The Jews would rather die than once again be drawn into idolatry. Евреи готовы были умереть, но только не вовлекаться в язычество. And so Mattathias rose up and killed this man who was going to make a sacrifice to the pagan gods. И таким образом Матафия бросился вперед и убил этого человека, который собирался принести жертву языческому богу. Now this act, of course, raised the anger of the Seleucid leaders. Естественно, что это разгневало селевкидов. But it won great admiration and support for Mattathias from the Jewish people. Но с другой стороны, еврейский народ восхищался и поддерживал Матафию. And it was this event that thrust the nation into open rebellion against the Seleucid Greeks. Именно это событие подтолкнуло весь народ сопротивляться селевкидам. Mattathias fled with his sons and a small band of resistors. Однако Матафии и его сыновьям, а также небольшой группе сопротивленцев пришлось бежать. Into the same wilderness where David fled from King Saul. И они убежали в то же самое пустынное место, где скрывался Давид от Савла. Remember those pictures we showed of the hillsides of Bethlehem, the rocky hills with its caves. Помните, я вам показывал вот эти пустынные места, однако там очень много различных гор, холмов и много различных пещер. Now among those who joined them was a small band of religious zealots who sought to purify the religion of the Jews. К Матафии также присоединилась небольшая группа людей, религиозных людей, которых называли зелоты. И также их называли, также они боролись за чистоту религии. This was a very devout religious group who wanted to maintain the purity of the Jewish religion. Это были очень набожные люди, которые стремились сделать все, чтобы еврейская религия оставалась чистой. So they came to be known as the pious ones
or the Hasadim. А поэтому их очень часто называли святыми или благочестивыми, а также у них было еще одно название Хасиды. And we still have Hasidic Jews today. И в современном мире у нас также есть евреи хасиды. Have you ever seen a Hasidic Jew? Do you have Hasidic Jews in Russia? В России видели хасидов евреев? The people that the men will wear all black. Обычно мужчины одевают все черное. They'll wear tall, high black hats. У них высокая такая шляпа. Usually have a beard. Обычно они с бородой. И здесь такие косички идет, такие вот. Пейсы, да. Если вы сами их не встречали, по крайней мере, где-нибудь в кино, на картинках вы видели этот образ. When you see pictures of the Wailing Wall in Jerusalem, it's usually the Hasidim that are there. Обычно, когда показывают стену плача, то там молятся вот так покачиваясь хасиды. These pious Jews, the Hasidim. Вот эти благочестивые евреи или хасиды. Were the same group out of which emerged another group of pious religious Jews. Были группы людей, из которых потом вышла еще одна религиозная группа. Who came to be called the Pharisees. И мы знаем их под названием фарисеи. So when you read the Old Testament, you don't read of any references to the Pharisees. А когда мы читаем Ветхий Завет, мы с вами там не встретим фарисеев. Because the Pharisees developed during the intertestamental period, during the time of the Hasmoneans. Потому что фарисеи появились только в межзаветный период, как раз в эпоху правления Хасмонеев. Well, gradually, as the Seleucid atrocities increased. Постепенно жестокость селевкидов увеличивалась. The number of those standing with the Hasmonean family of Mattathias grew as well. Но с другой стороны увеличивалось также и количество людей, которые поддерживали семью Хасмонеев. And the Syrians launched three major attacks on the Jewish faithful Jews, and all three of them proved to be failures for the Greeks. Сирийцы предприняли три неудачные попытки противостоять этим вот верным евреям. Все они были неудачными. In time, Antiochus Epiphanes died. Как раз в это время умирает Антиох Епифан. And when he died, a full-fledged civil war began in Israel. И вот это событие, его смерть, приводит к тому, что начинается гражданская война. And that was in the year 166 BC. Это происходит в 166 году. Judas, who was the most capable military leader of Mattathias's sons. Из сыновей Матафии самым выдающимся военным полководцем оказался Иуда. Became the leader of the resistance. И в это время он как раз становится во главе сопротивления. Remember, Mattathias was old; he could not fight in the armies. Помните, мы говорили с вами о том, что Матафия был уже стар в это время и, естественно, не мог быть предводителем армии. And he actually died just about the time the resistance began. И вообще, вот тому к моменту, когда был расцвет сопротивления, он уже умирает. And then it was his son Judas who became the leader. И тогда Иуда занимает его место. Now Judas extended his control over much of Palestine, including parts of Jerusalem. Иуде удалось захватить или контролировать, можно сказать, территорию Палестины, включая также и некоторые части Иерусалима. His quick action in battle and the sudden solid blows against the Syrian forces led the people to nickname him the Hammer. А вот эти решительные действия, решительные наступления, которые он предпринимал во время нападений, то, что он так сокрушал войска противника, сирийцев, как раз стало причиной того, что люди начали называть его молотом. Aramaic term for this was Makaba. Арамейское слово, которое использовалось для этого прозвища, Макаба. Which was transliterated into Greek as
Maccabees. А потом это слово было переведено с помощью транслитерации на греческий язык и называл, оно звучит так, Маккаби. And so Judas came to be known as Judas Maccabeus. А поэтому Иуду называли не просто Иуда, а он стал известен как Иуда Маккавей. Judas the Hammer. Другими словами, Иуда Молот. And his fighting band came to be known as the Maccabees. А все его последователи, все, кто воевал вместе с ним, их просто называли Маккавеями. And as I explained on our first day of class. А на первом уроке я уже объяснял вам. The practice of the Maccabees was to hide in the rocks and the caves of the hills. О том, каким образом они воевали, они скрывались в горах, в различных пещерах. And when the Syrians would least expect, Syrians and Greeks would least expect an attack, they would come in out of the hills and hammer against them, and before Syrian army could regroup, they would flee back to the hills. И в то время, когда сирийская армия меньше всего ожидала нападения с их стороны, тогда вот они и появлялись, стремительно спускались в горы, нападали, делали, значит, сокрушительный удар. А когда уже сирийцы могли опомниться, тогда они убегали снова. This method of quick surprise attacks proved to be more than the Seleucids could handle. И вот этот метод таких решительных наступлений, быстрых и решительных, внезапных наступлений, как раз не могли выдерживать сирийцы. And within 3 years, И уже через 3 года, even 3 years to the day after the desecration of the temple by Antiochus Epiphanes. Фактически 3 года исполнилось как раз в тот день, когда Антиох Епифан осквернил храм. The temple was cleansed. Вот именно в этот день было и освящение храма. And the Syrians made peace with the Jews. И сирийцы заключили перемирие. Now you'll notice that sometimes I refer to the Greeks, sometimes to the Syrians, sometimes to the Seleucids. Иногда я говорю греки, иногда я говорю селевкиды, иногда говорю сирийцы. Remember, the Seleucids were the descendants of Seleucus, who was the general that established the Давайте разберемся, кто есть кто. Селевкиды были потомками Селевкида, который был генералом греческим, которому была отдана территория, это правление. And the region they controlled was the region of Syria. А контролировали Селевкиды в основном Сирию. But the leaders who controlled that region were Greek by nationality. Но по национальности оставались греками руководители этой территории. So you'll hear me use all 3 terms. I hope you don't find that confusing. Поэтому, когда я использую все эти 3 термина, вы знаете, что я имею в виду одно и то же. The Seleucids, the Greeks, and the Syrians are all the same. Селевкиды, греки и сирийцы. В данном контексте я подразумеваю одних и тех же людей. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Okay, the date at which this peace was made with the Syrians was the 25th of Kislev. Мир был заключен с греками или с сирийцами 25 числа месяца Кислев. Kislev on the Jewish calendar is counterpart to our month of December. Кислев иудейскому календарю, а по нашему календарю это будет соответствовать декабрю. And so when the peace was made, the Maccabees led in a great 8-day celebration. А после того, как был заключен мир, евреи устроили 8-дневное празднование. And they would light candles and so they would refer to this as the festival of lights. Они зажигали очень много свеч, и поэтому этот день и назывался праздником света. Or as it's called in John 10:22, the feast of dedication. А в Евангелии от Иоанна в 10 главе, 22 стихе мы с вами читали, что этот праздник был назван День обновления. And it is still celebrated today as one of the most joyful of Jewish celebrations. До сих пор этот день празднуют евреи как одно из самых радостных событий в их истории.
And even though Judas and the Maccabees found great success in their surprise attacks, несмотря на то, что Иуда и вообще все Маккавеи действительно хорошо сражались, когда использовали тактику внезапного нападения, they could not ultimately destroy the Syrian army because the Syrian army was too big. Они не могли таким методом, таким способом уничтожить полностью сирийскую армию, потому что она насчитывала огромное количество воинов. So Judas made a decision that seemed wise at the time, but proved detrimental to the cause of the Maccabees in the long run. И тогда Иуда принимает решение, которое, конечно, потом привело к печальным последствиям в истории. That was he decided to look for allies to help him in the battle. Он решил, что необходимо найти союзника, который смог бы помочь им сражаться. And the primary source for help was the growing new empire from the west in Rome. И он увидел такого союзника в Римской империи, которая как раз появлялась и процветала в это время. And so Judas appealed to the Romans for help. Иуда обращается к римлянам за помощью. Before help arrived, however, однако, прежде чем помощь смогла прийти, Judas was killed in battle. Иуда был убит во время одного из сражений. This was in the year 160 BC. Это произошло в 160 году до нашей эры. 160 год. I should add that Mattathias actually had 5 sons. Я хочу сказать еще, добавить, что у Матафии было всего 5 сыновей. Один из сыновей по имени Елиазар был убит еще в 162 году во время сражения. And a second son, John, was killed in battle in 160 BC. Второй сын Иоанн был убит в 160 году. And then shortly after that, in the same year, 160 BC, Judas, the leader, was killed. Спустя некоторое время, в том же самом году, в 160 году, был убит и Иуда, тоже во время битвы. So you can see that the Hasmoneans paid a very high price for their resistance. То есть вы можете увидеть, что Хасмонеи заплатили огромную цену в борьбе против Селевкидов. When Judas died, of the 5 sons of Mattathias, now there were only 2 left. Когда умер Иуда, из пятерых сыновей Матафии осталось только 2. And the leadership of the Maccabean revolt then moved to the 4th son of Mattathias, a man by the name of Jonathan. Теперь место Иуды занимает четвертый сын Матафии, его звали Иоаннафан, и также он и возглавляет сопротивление.